долбоёб. Себе, блядь. Ебанулся, блядь. Я. Я офигел, да, до шумания. Что? Вы в адекватном состоянии, да, чтобы отвезти? Ну, за глупости вы подошли. Обычные глупости. А? Ну, мы вас узнали, и мы вам машем. А вы проехали. Садитесь. Можно на место положить, или я сейчас высажу? Мужчина! А не вы. Блять, вы нас посадили. Ну я не обязан терпеть вашу высадку. Вы спитой. Положите на вы место. Еще, мы на что должны положите, думать? Мужчина. Мы что должны думать? Короче, выходите. Все, по-человечески не можете спокойно себя вести? Да довезите нас, пожалуйста, что мы... Вы что, думаете... Я ничего. Вы все спокойно. Ну мы вас можем и руками, но не битой. Давайте руками. Вот довезите нас, пожалуйста. Ехать куда именно? Опа. Боже мой. Алло. Это вы невоспитанные. Мужчина, я вас слышу. Так, послушай, вы нас сто раз высадите, не надо с нами так разговаривать. Не надо с нами так разговаривать. Доведите нас куда нам надо, и вы сами езжайте куда хотите. Понятно? Невоспитанная сила. Нахуй, блядь. Биту на место положите. На место биту, блядь, положите. Пацаны, срочно нужна помощь, мне разбили машину, тут мудаки на Кубана набережной возле адмирала. Бля, выручайте, они мне биту забрали, блядь, убегают туда во дворы, блядь. Пацаны, по-братски, блядь, выручите, пиздец, блядь, здесь не Кубана набережная, блядь. Страховой, это компания САГО, эти мудаки, блядь, убежали, блядь. Они мне стекло разбили, блядь. Три пятерки на